В столице реализуется программа модернизации уличного освещения. Многолетние желтые лампы уступили место современным светодиодным. Светло почти как днем. Так отзываются чебоксарцы о новом освещении во дворах. Светодиодные лампы не шумят, дают ровный неоновый свет. А еще они энергосберегающие. Но так было не всегда. Как только наступала осень и зима, дворы и прилегающие территории погружались в темноту. А редкие светильники не могли исправить ситуацию. Получается, это освещение у нас установлено, то, что сейчас, в данный момент вы видите. Оно установлено, когда дома построили, с этого момента. И ни разу они не меняют. Энерго не сберегают они. Уровень освещенности дворовых территорий – это не только комфортная среда, это еще и безопасность горожан. Новые яркие светильники планируют установить во дворах сразу нескольких домов. Номер 64, 66, 68, 70, 72, 76 по проспекту Мира. Рядом в 98-м сотом это уже сделали. Всего до конца 2020 года планируется заменить 9 тысяч устаревших ламп. В настоящий момент порядка 70% светильников уже смонтировано. Остался Ленинский район. В Ленинском районе порядка 2,5 тысяч светильников будет заменено. Это не только во дворах, но и в парковых территориях. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.